На Октябрьском проспекте продолжается благоустройство сквера. Он станет еще одним подарком жителям к 400-летию Люберец. После завершения реконструкции площадь новой зоны отдыха составит почти 8 тысяч квадратных метров. Ход благоустройства проинспектировал Владимир Волков. Симпатично. Да. Такой скверик получится. Не знаю, группа, а то Москва сделала неплохо там. Благоустройство сквера на въезде в Люберцы ведут полным ходом. Рабочие уложили новый бордюрный камень, подготовили основание под тротуарную плитку. Дорожники асфальтируют проезжую часть. Когда завершатся основные работы, установят новые опоры освещения и камеры видеонаблюдения, которые подключат к системе «Безопасный регион». Кроме благоустройства, пошли на встречу жителям и организовали дополнительные парковочные места. Будут яблони высажены у нас, это будут клумбы. Находится 4 клумбы у нас получается с многолетними растениями и кустарниками. Лавочки будут вокруг вот этих клумб. В ночное время сквер будет освещаться. Да, помимо общего освещения, да, еще предусмотрено архитектурное освещение, которое будет дополнительно подсвечивать деревья. Обязательно будет написано и слово «Люберцы», и 400 цифра будет, и она в течение еще года всего останется. Проект мы постарались сделать современным, интересным, насыщенным, и чтобы он, конечно же, был многофункциональным и служил не только украшением города, но и служил еще таким местом отдыха для наших земляков. Обновленный сквер на Октябрьском проспекте откроют в сентябре. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.